Приветствую вас на моем канале, дорогие друзья, меня зовут Лилия Донскова. И сегодня я вам покажу новинку, самую крутую новинку из каталога Oriflame номер 13. Это уже первый осенний каталог, он откроет этот сезон потрясающе, уютный, теплый и такой, у меня он ассоциируется с оттенками желтого, оранжевого и мягким, чем-то таким очень мягким. И сегодня я вам покажу тональную основу. Это новинка. Она ориентирована для обладателей жирной кожи, но я думаю, что я ее тоже полюблю, потому что я уже попробовала один оттенок на руке и поняла, что это просто прелесть. А итак, расскажу, чем эта тональная основа интересна. В состав тональной основы входит такой компонент, как меткреатив. Правильно сказала? Метареактив. Он меняет кремовую основу текстуры при контакте с кожей на пудровую. То есть пудра нам больше не понадобится. Далее, экстракт морских водорослей. Что он делает? Он увлажняет кожу, напитывает ее и делает более эластичной. Далее, 3D-пластичные 3D-пигменты, они выравнивают тон кожи, визуально делают ее совершенной. И технология Oil Control помогает минимизировать выделение кожного жира. За счет этого кожа будет весь день матовая, красивая, бархатная. Мне прям не терпится попробовать, но мы с вами сможем потестировать пока только на руке, а когда я получу уже свою тональную основу, я обязательно вам покажу, как это выглядит на лице. Ну что, приступим к просмотру. Так, первый оттенок 35213, фарфоровый, холодный. Я прям капельку выдавлю на руку. Так, слушайте, он такой густой. Мне напомнила эта тональная основа тон флюид от... Ох, сейчас много выдавила. Беру сюда лишнее. Напомнила тон флюид, который у нас с пипеткой. Но он неудобен тем, что... Пипетка, это постоянно надо доставать, закручивать, выкручивать. Вот так он ложится. Он полностью стал пудровый. Вот он сейчас у меня высох. И полностью пудра-пудрочка прям. Берем следующий оттенок. Это слоновая кость 35214. Теперь буду чуть-чуть поменьше выдавливать. Фарфоровый прям очень светлый. Тон он прям для белокожих красоток. А слоновая кость уже более темная, и смотрите, он прям выделяется на коже. Но мы знаем, что здесь есть специальные пигменты, которые сейчас подстроятся под кожу и должны стать так менее... То есть тон должен слиться с тоном кожи практически. Ой, ну как мне нравится этот эффект пудры. Я очень люблю минимизировать все в уходе, особенно в косметике. Следующий, естественно, бежевый, холодный. 35215. Я его прям рядышком, капелюшечку. Ух, какой он темненький сразу. Смотрите, если фарфоровый практически не заметен. Слоновая кость прям чуть-чуть выделяется. Но у меня кожа очень белая. Очень я старалась как можно меньше загорать. Вот, естественно, бежевый, он идет в рыжину. То есть он прям такой песочный, желтоватеньким цветом. Мне кажется, это уже прям на сильный загар. Самый популярный, конечно, будет это слоновая кость и фарфоровый. Даже если его так сильно-сильно растираю, то все равно вот эта желтизна на моей синенькой коже, она просвечивает. Так, ой, ну какой эффект, кожа прям бархатная, до нее приятно дотрагиваться. И последний оттенок, четвертый, 35217, корица, тоже теплый оттенок. И я его прям рядышком выкладываю. Вау, он прям черный-черный. Не знаю, мне кажется, это прям для смуглянок. Стараюсь его так растереть по руке. Зато у него такой приятный цвет. Так, чтобы видно было хорошо. Что я отметила? Нужно очень маленькое количество крема тональной основы, потому что он настолько тонкой, вот такой вот, растирается основой. Слушайте, как классно. Ну, это, конечно, очень темный для меня тон. Ну, бархат. Надеюсь, хорошо видно оттенки. Постаралась вам показать. Теперь, если сравнить с каталожной выкраской, то могу сказать, что
Ну, фарфоровый, понятно, он такой же белый, слоновая кость такой же. Вот эта корица его практически непонятна. На самом деле он не будет таким темным. Вот мы его, если разотрем, то он такой приятный цвет загара. Главное взять тонкий слой, не слишком толстый. А вот естественный беж, мне кажется, на картинке ну, не такой рыженький, как здесь, потому что он здесь прям идет в желтизну. Но это мое такое впечатление, опять же, это на светлой коже. Но вот себе я возьму оттенок слоновая кость. Мне нравится этот цвет. Я думаю, что на лице он будет идеально, потому что кожа на руке, она намного светлее, чем кожа лица. Вот. Надеюсь, вам хорошо все видно. Выбирайте себе классный оттенок, чтобы у вас личико было шикарное. Вот. Вот так это. Классный тон.